Певец Валерий Меладзе в Инстаграм опубликовал видеозапись. На кадрах он танцует под хит рэпера Мота и певицы Бьянки «Вот моя спина, вот мое плечо» с супругой Альбиной Джанабаевой. В какой-то момент Меладзе замечает, что его снимают на камеру телефона и намекает, что главный герой вечеринки вовсе не он, показывая на Мота, тот поет на сцене. Однако оператор продолжает снимать. Тогда не выдерживает Джанабаева. Она показывает язык и улыбается. В конце видеозаписи девушка подходит к звездам и спрашивает их, что вы хотели сказать, ребята. На это Валерий Меладзе отвечает, все прекрасно. Супруги прекрасно провели время на концерте. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева долгие годы скрывали, что живут вместе. Лишь в 2014 году стало известно, что у звездной пары еще 10 лет назад родился сын Константин. Кстати, в том же 2014 году на свет появился второй ребенок семейства, Лука. Со своей первой супругой Ириной Меладзе жил с 1989 по 2012 год. Кстати, первая супруга музыканта долгое время не знала об его отношениях на стороне. Позже она пыталась выйти на связь с Джанабаевой, чтобы та пояснила ситуацию, однако певица на контакт не пошла. Сама исполнительница не раз просила не вмешиваться в ее личную жизнь.